Всем привет! Вы на канале Chef Games. Меня зовут Олег. И мы продолжаем серию игр прохождения Atomic Heart. Я нахожусь возле восьмого полигона. Почему возле восьмого? Я... Находясь между полигоном вторым и десятым, вот здесь вот деревушка, это в принципе вот эта вся вот деревушка, настолько налутался, что просто вот за кадром я настолько налутался, что я себе, в общем, сварганил звездочку, чутка ее апгрейдил, дальше апгрейдил это немного это и сварганил себе крепыша. В общем, по сути, по факту, у меня уже чего только нету. Я решил добежать, в общем, вернуться обратно к первому полигону. Во-первых, я не был на первом полигоне. Оказывается, это не то место, где будет мини-босс или макро-босс. Я не знаю, как его обозвать. Шарик вот этот, вот лошарик. И на восьмом полигоне меня интересует дополнительная пила для звездочки. А на первом полигоне будет улучшение... Звездочки – это танец пил, то, что мне сейчас тоже интересно. И я решил, в принципе, на этом остановиться. У меня получается дробовик. В принципе, наполовину прокачан дробовик, полностью прокачан крепыш. Звездочка, в принципе, тоже где-то процентов на 40 прокачана, уже неплохо. Практически на максимум прокачан доминатор. И, в общем, я вот на таком... Убрал я лазерный этот пистолет. Он, в принципе, беспонтовый, когда есть доминатор. И я, ребят, застрял. Я застрял не по-детски. Вы посмотрите, сколько трупиков... Вы посмотрите просто, сколько там всего. Это трэш. Это трэш. Я всего лишь хотел дойти до восьмого полигона, да, чтобы его пройти и зачистить. Я просто обалдел, честно скажу. Я просто обалдел. У меня уже заканчиваются лечилки. Сейчас быстренько докину себе лечилок, что есть. То есть у меня уже практически тут особо-то ничего и нет. Так, возьмем так. Пусть будет патронов сколько есть. Ага, вот так. И, в общем-то, и все. Что еще? Больше ничего нету. Да. Да, я вот на этой конкретной локации офигеть как потратился на все. У меня всего 8 патронов для дробовика. Так, ну что, погнали. Блин, да ты посмотри на него, а? Они, их тут тьма. Именно в этом месте я не понимаю, что происходит. Но их реальная тьма. Что мне с ними делать, я не знаю. Так, где вход на полигон номер 8? То есть я вот здесь нахожусь. Вот здесь. Ага, вот здесь ретранслятор. Вот я сейчас на него, скорее всего, и пойду. Давай попробуем добежать. Так,
Вау. Найти ретранслятор. Но здесь что-то жестоко. Да и вообще, в принципе, по игре уже пипец как жестоко. Да хорош. Серьезно? Офигеть. Просто офигеть. Да, это мой ретранслятор, который мне нужен. Я что, по-вашему, должен всех, в смысле, убить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну окей, допустим. Блин, их тут столько. МК. Где я? Ага, я приближаюсь к полигону 8. Возможно. Блин, у меня патронов нету. Калашик, спаси меня. Да ё! Пробел! Эф! Чё ещё тебе надо? Да ты же пёс, а? Как я не люблю вот этот вот их захват. Ой, кто придумал? Кто это придумал? Кто? Какой? Ладно, ты нажимаешь какую-то одну кнопку, так они же еще меняются. Так, хорошо. Хорошо, но не очень. Майор, оружие или... Хорошо, но не очень. Ага. Ну, в принципе. Так. Я не знаю. Здесь выход, наверное, будет, да? Да, здесь, скорее всего, будет выход. Оп. Хо-хо-хо-хо! Они прям за мной стоят, а? Так, ладно, я тебя понял. Значит, ретранслятор. Так, давай. Подъем. Ё-моё. Вот ты дурачок. Воу-воу-воу-воу! Да хорош! Да вы чё, блин, издеваетесь-то, а? Да ё-моё! Я туда не могу попасть, да брось. Уйди! Да хорош, вы чё все сюда лезете-то, а? Ляж! Ляж! Спокойствие, только спокойствие. Почему я не могу допрыгнуть вот туда? Объясните мне. Просто объясните мне. Да хорош. Уйди. Так. Да ну хорош.
То есть, по факту, я должен с этого, да? Так, ладно. Есть. Быстро. Подключаемся. Так, первое. F. F, F. Что я еще должен подключить? Вторую камеру. Ага. Окей. Окей, я тебя понял. Блин. Пистолет. Так. Лутаемся. Где ты? Так. Фу. Что-то я открыл, а что я не понял. Да блин! Да ну брось! Дай-ка я еще быстренько сейчас. Так. Смотрим. Нет, ничего. Да уйди. Быстрее. Так. Смотрим. Нету. Далее. Эту. Нету. Далее. Быстренько еще раз эту. Здесь все. Так, окей. Хорошо. Пошли к верхнему. Я не знаю, зачем. Так. Я не знаю, что они там охраняют так жестоко. Не понимаю. Да уйди! Ведь как мне наверх-то подняться? Ой-ой, тут еще хуже. Тут еще хуже. Но как-то мне надо в восьмой полигон-то попасть. Как-то надо. Так, вон еще сохранялка. Давай, быстренько. Раз. Так, перегрузить техническое обслуживание. Давай. Бегом. Беги. Run, Forest, run. Давай. Полетели. Так, окей. Так, раз. Ага, на крышу. На крышу. Либо сюда, без толку. Слушай, какая прелесть. Так, там сохранялка. Так, давай сначала сюда. Возьмем вот тот золотой сундучок. Что тут есть? Ничего нет? Блин, ничего нету, а? Ничего нету. Ничего нету. Идем еще раз. Так, для начала сохранимся. Воу-воу-воу.
хранения данных. Есть. Теперь погнали дальше. Их бесполезно убивать. Их бесполезно убивать. Так, а я могу здесь хоть что-нибудь сделать, а? Слушай, могу, вообще красота. А тут что? А тут что? А тут ничего. И тут ничего, и тут ничего. Так, скрылись. Ну пойдем, пойдем, пойдем на крышу. Так, тихо, 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 тихо. Давай, еще раз. Да задолбали вы! Быстрей! Погнали! Да, техническое обслуживание. Быстрей, 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 быстрей! Бегом! 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 Оп! Погнали! Так, хорошо. Воу-воу-воу, успокойся. Эф. Погнали! На крышу! Лабысть. Ушел. Ё-моё! Тихо. А зачем мне было на крышу? Объясните мне. А, здесь еще один ретранслятор. О-о-о! Вон оно что. Вот оно, оказывается, что. То есть мне, чтобы зайти, надо было сюда. Так. Так. Ну давай посмотрим. А, да, конкретно уже. Конкретно уже тут. А, не та камера. Вот. И что я сделал? Пока мне непонятно, но что они охраняют? Что они охраняют? По факту... ничего. Так, и эту камеру. Ага. И, в общем-то, ничего. Так, окей. Я запустил всю эту канитель. Ага. А это что там? Блин, все ретрансляторы-то по факту и видать. Так. И как мне попасть? И как мне попасть? А может мне вообще просто через главный вход зайти и все? Для начала так. Вот сейчас не понял. Да кто? Воу. Что, Шпунь, не любишь, а? Да, хорош, давай, вы как так делаете-то, а? Ё-моё! Тихо, дай пройти, дай пройти!
Почему они могут, блин, а я нет так запрыгивать, а? Так. Дальше. Ай, собачья ты! Пистолет! Кто? Опять ты? Ай! Гадость, а? Так, что же взять? Калаша мало, этого мало, всего мало. Так, почему они отсюда все? Так, ладно. Ё-моё! То есть сюда можно было спокойно забраться снизу. Окей. Ой, блин, как я люблю кувыркаться-то, а? Ага, и вот там можно было, по сути, еще залезть. Я только одного не могу понять. Где мне зайти? То есть я и здесь мог зайти. И это трындец, ребят. И это трындец. Я пошел запишусь. Ну-ка. Я гуляю, в принципе. Полигон. Я гуляю по этому полигону. Давай, иди сюда. Да где у тебя кнопка, падла? Приезжает. Ты черный? Или какой? Так, ладно, пока он отвлекся. Как интересно. Так. Да я! Да я тоже так умею. Ну все, ты достал, а? Какие они дикие, блин. Так, мне нужна... еще одна вышка. Короче, вышка мне нужна. Вот это, наверное. Вот тут я еще не был. Получается, раз, два и вот третья. Вот мне сюда. Соответственно, за здание туда прямо. Я практически завершил. Но что-то
Ступанул. Три активации должно быть. Еще должна быть третья. Тогда все будет четенько. Мы наконец-то попадем в полигон номер 8. А я заходил немножко с другой стороны. Поэтому вот он. Ну кто? Да кто? Блин, опять это канитель, а? Поехали! Где ты? Задолбали, а? О, тут еще и сохранялочка, вообще отлично. Ну что, мы открываем, точнее не открываем, а запускаем генераторы. Нет, я не вижу тут генератора. Значит, здесь. Не понял. Вот сейчас не понял. Где еще? Какая еще камера? Вот это прикол. А, вот. Можно ж так было, а? Вот теперь. Привет. Все, генераторы запущены. Ага, пасут, пасут меня, засранцы, а? Да, калаша нет. Блин, пистика нет. Зато есть вот такая штука. Поехали. Теперь можно идти спокойно в здание. Полигон открыт. Йоу-йоу-йоу. Да иди ты. Да отвали. Да блин, вот ты ж. Сюда иди. Надо сразу так, а? Все, погнали. Лутануть здесь нечего. Да? Да, здесь ничего нету. Ох, что не сделаешь ради звездочки-то, а? Так. Как-то я должен попасть теперь в здание. Вот сейчас не понял. Ага, он уже там. Он уже меня ждет. Да блин, там закрыто. Так. Q, в смысле Q? Да блин! Я не думал, что там надо еще Q нажимать. Слушай, да как мне попасть-то в это гребаное здание-то? Я ничего не понимаю. Я что-то где-то дверь пропускаю или что? Да ё-моё. О! А, полегче. Чё за прикол? Я же все запустил. Все генераторы. Чё не так? Чё не так? Ты откуда швыряешь-то меня, а? Оп! Так, ладно, запишемся.
быстренько запишемся. Сохранение данных. Это жесть. Это просто трэш. Что у меня есть? Да, патронов у меня нету. Просто нету ни черта. Так, сколько я там налутал всего? Ух ты, 211. Прикольно. Так. Чё там? 165. Максимальное значение костюма. Добуду. Добуду. Давай пока так. Уф. Сохранение данных. Вот и все. Я не могу попасть в здание. По одной простейшей, просто наипростейшей причине. Потому что... Будьте внимательны, майор. Враг поднимает уровень тревоги. Потому что... В этом, блин, полигоне... Да уйди ты от меня. В этом полигоне оказывается задание по миссии. Вот этого я больше всего и боялся. Ладно. Теперь все просто. Полчаса я потратил на вот эту вот бесполезный полигон, который толку-то... Я в него даже и не попал. Короче, как-то так, обидно, досадно, но ладно. Я иду на полигон один и прохожу всю игру по порядочку. Я так понял... Ай! Тихо! Я так понял, что не так все и просто-то в Атомике. И не так-то уж и прост открытый мир, к сожалению. А так мне хотелось вторую звездочку получить, но не все так просто. Теперь план действий прост. Я иду к полигону 1. Сначала прохожу полигон 1, а дальше я... А дальше посмотрим. Ну, тут до полигона осталось рукой подать. В принципе, не так уж далеко я от него и ушел. Да что ж ты какой-то, а? Тихо. Все, как говорится, по порядочку. Иди сюда. Эй, братан. Да ну вас, а? Надоели вы мне. Сколько я уже зарубил. Слушай, с последнего моего тут визита... Их тут вообще тьма, ты посмотри, чё. Так, я практически дошел. Мне надо обойти это здание. Насколько я помню, я уже открыл полигон первый. Но в него еще не зашел. О,
Полигон один. Где? Вон он. Так, ящик вижу. Лифт. Это как раз полигон один, по-моему, и есть. Так, посмотрим. Где-то ящик. Вот ящик. Так, все тут. Да? Да. Можно идти спокойно и смело на полигон один. Ну, как-то так. Я уже приехал, нет? Ну, давай. Вот и полигон один. Хорошо. Очередные катакомбы. Научный полигон, товарищ майор. И здесь должно быть оружие. Да неважно. Полигон, катакомбы. Выглядит одинаково. Найдем чертежи и пойдем дальше. Так, а тут ящиков нет, а? Нет, ящиков нету. Доступ разрешен. Я там поднакопил что-нибудь, нет? 60. А ну-ка, 40. Удар шокера наносит больше урона. Давай. Возьмем. Пусть будет. Майор, оружие или способности? Оружие. Хочу посмотреть, что у меня со складом. Так. Охо-хо. Как же тут беспорядно все, а? Как же тут все беспорядно. Так. Целая куча зажигательных. Давай-ка пока. Несколько штук уберем. Патроны. Так. Хорошо, вот так. Сюда. Давай пока так, что ли, оставим. Пусть будет так. Так, еще разок. Что тут? Это самый первый полигон. Самый первый полигон, и он самый должен быть простой. Ага, все, да-да-да, шок, я все вижу, я все понимаю. Поехали. Поехали. Что тут у нас? Вообще ничего. Так, погоди. Не понял. Ладно, давай бомбанем. И что я сделал? А что надо-то? Ничего не понимаю. Ну вообще, чисто теоретически, мне надо вот туда, наверное, да?
Куда мне надо-то? Допустим. Ё-моё. А, хе-хе. И все, по факту, да? Так, что тут? Ничего. Здесь тоже. Ну, пошли. Задачи магнитно-механического цеха полигона номер один. Понеслась. Пункт первый. Изготовление образцов для всех видов испытаний и исследований. Пункт второй. Изготовление корпусов для поршневых и термических установок. Пункт третий. Плоская круглошлифовальная, а также электроэрозионная обработка деталей. Думаешь? Электроэрозионная. Да куда? Да дай пройти! Что там? Ничего нету, да? Ну, по факту. Мне надо попасть вот туда. Правильно? Правильно. Значит, мне надо встать сюда, жахнуть туда. Опаньки. Случились жопоньки. Так. Так. Ага, ящичек. Оп, тихо. В принципе, наверное, вот... Так, и оп. Прыг-прыг. Есть такое дело. Слушай, да тут вообще двойным-то... Прыжком вообще... Ай, красота какая была. По идее, все. Идем дальше. Что еще? Так, тут все. Стоять. А как так? Как-то он не долутывает в последнее время. И что самое интересное, да, врагов-то и нет. Так, не понял сейчас. А что понимать? Все понятно. Так. Вот туда надо нырнуть. Что у нас тут еще? А тут что? Тут ничего. Все, окей. Валим. Да ё. Ничего не даешь. Ой, я уже через такое прошел. Меня уже, блин, удивить-то нечем. Да, лечилок мало. А тут что? А тут ничего. Там ничего, а тут вот чё. Оп! Идем. Никого нет? Так. Хорошо. Подъем, пожалуйста. Так, а вот это интересно. Вот это сейчас что было? А, ёшкин кот. Я думаю, что такое? Это, оказывается, мультик. Так. Бам-бара-бам-бара-бам-бара-бам. Тут ничего. Сейчас посмотрим. А, что, у меня тут ничего не накопилось, я же никого не заваливаю. Окей. Смотрим, что здесь. Ага, вот так, она бронза. Ладно, вскроем этого засранца. У нас тут с тобой...
Ну, лиса. Так она. Я не заморачиваюсь с ней. Че, есть звездочка? Зачем вот это вот все, лиса, не лиса? Надо прокачать просто хорошенько звезду, и будет мне счастье. Так, мы идем сюда. Термические установки на полигоне номер 1 работают на основе архимедова винта и тепловой энергии термосферы свеча. Установки генерируют 2 миллиона киловатт-часов электричества. Да, этого я тебя понял. Ай! Чтобы поддерживать весь полигонный комплекс в рабочем состоянии на протяжении года. Дано! Дано! Так, с тобой все. Ходи. Иди сюда. Отлично. Один патрон остался. Вообще замечательно, а? Вы мне не хотите дать патрончиков? Да. Ну хорошо. Заперто. Смотрим. А, я так понимаю, здесь все по кругу, да? Здесь все по кругу. Ой, блин, что творю? Вообще не на ту кнопку нажимаю. А, ладно. Так, не понял сейчас вот это вот. Вообще ни разу. Ага. Ага. Так, вот это луталка. Так, продвигаемся. Продвигаемся. Кстати, не понимаю я по поводу вот нижний правый угол, да, вот эту ячейку энергии. А, кстати, да. Ячейку энергии. Непонятно мне, как она вообще себя работает, действует. О, привет. Потому что она редко заполняется. Это что такое? Экспансивный преобразователь, как интересно. Ладно, допустим. Так, кто там? Нам туда. Нам туда. Так, снова. Внимание всем сотрудникам полигона номер 1. При срабатывании сигнала о начале испытаний в цехе просьба немедленно покинуть зону испытаний во избежание несчастных случаев. Помните, советский человек всегда бдителен на производстве. Работник предприятия 3826 бдителен вдвойне. Ой-ой-ой. Так, ну давай. А, как интересно. Пам-пам-пам. А ну-ка еще разок. Ё-моё. Ё-моё. Да ну как? Ладно, давай. Ой, блин, твою же. Да тихо ты, не падай. Ничего не понимаю.
Там закрыто. А что там надо? Шар? Что там надо? Так, допустим. Так, куда-то туда идет. Он идет куда-то туда. А куда? Что-то я ничего не понимаю. Ой, зачем вниз? Опа! Ха-ха-ха. Теперь понятно. Ладно, окей, давай, поехали. Ага, две красных. Так. И они должны быть по бокам. Вот эту. Так. Допустим. Если так. Все, что ли? Да, дверь открылась. Поехали. Ничего не понимаю. Так, допустим, поехали. Оп. Молодец! Молодец! Неплохо. Будет лучше, товарищ майор. Шутка, что ли? Кому? Уходим отсюда. Так. Слышу. Да. Ща погодь. Я посмотрю, что тут. Что я тут пропустил. О! Так, отдыхал, отдыхай дальше. Ума сошел вообще. Просыпаться, а? Тик. Ой, блин. Здесь пусто, а вот там непонятно. А что тут? А. Странно. Бутылки какие-то погнали. Водка. Ну, вообще отлично. Зачем мне эта водка? Чё это? Увеличенный магазин! Е-хей! А у меня, наверное, ресурсов нет. У меня, наверное, нет ресурсов. Сохранение данных. Выберите желаемое действие. Я, по-моему, все ресурсы потратил. Так, и магазин увеличенный. Да, да ладно. Серьезно. Да. Так, увеличенный объем. Берем. Увеличенный магазин. Продолжить. Увеличенный магазин с тонкой пружиной. Естественно. И скорострельность, увеличить скорость перезарядки, это у меня сейчас не хватает. Ну да ладно. Уже неплохо. Уже неплохо. И
Ой, как долго. 8. Отлично. Оп. Сейчас вкуснем. И еще. Эх, блин, зачем? Ладно. Бог с тобой. Погнали отсюда. Погнали отсюда. Мысли. Ты что, псих? Открой. И что это сейчас было? О, блин. Ай. Дурной. Так, и где я вывалился? Ем. О, как интересно я вывалился. Так, полигон 8. Почему 8? Нет. До восьмерки мне еще далеко. Вот, оказывается, где я. Так, ну все. Я сейчас... Так, у меня есть минут 5. Кстати. Иди сюда. Не! 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 Не успел. Не помню вообще, был я тут, нет. Ну вот в этой канители я не был. Сейчас мы ее лутанем. Там целая куча всего. И пойдем уже на площадочку. Все, что мог, я лутанул. Не знаю, с какой целью я открыл... Я открыл еще один... Как он, господи, называется? Не помню. Ладно, бог с ним. Так, я сейчас... Крафчу себе патроны. Все, я скрафтил. Мне теперь на арену. А арена это что? Это ЕЖХ. Почему вы столь предубежденно относитесь к товарищу Штокхаузену? Да потому что я не люблю подхалимов. Он сначала по Берлину с троем ходил, а теперь образцовым коммунистом стал. Вы несправедливы к нему. Товарищ Штокхаузен уже во времена Второй мировой был врачом и ученым, доктором медицинских наук. Да хватит его оправдывать, Крас. Не нравится он мне. Не за то, кем он был или не был. Он вечно попросту суетится и лижет зад начальству. Вот и все. Закрыли тему. Ой. Достало, блин, зараза. Все, идем вот туда, на болото. И... Валить... Ежиком. Хо-хо-хо! Какой я мощный парень. Ба! Ба! Враги повысили свою бдительность на максимум, майор. Ой, да пошли вы! Блин, а тут... Слушай, а тут чё только нет, а? Ну там внизу еще ящик сейчас возьму и хвай. Бог с ним. Так, спасибо. Давай, запускай. Быстрее. Да, вот ее, давай, техническую. Техничку! Валим, братан, валим! Тик-тик. Оп! Все, огонь. Может спуститься по канату?
Да, именно. Именно по канату. А больше... А, вот сюда. Нет, мне не надо. Туда мне не надо. Остается только вот туда. Блин, сколько их там, а? Так, ну что? Я думаю, что можно смело заканчивать. Дальше у нас будет миссия с ежихой. Как раз на полигоне. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю, всех обнимаю. Увидимся на полигоне.